with CryEngine 3. Я проверю. Thank you.
критическая угроза. Все наши инспекторы планируют этого варианта. Соня,
помощь требуется в секторах базы. Первого подряда команда медиков выбегать немедленно. Мне нужна минута, чтобы продумать отход. Командир Ромео, Ромео-1. Путь отхода Браво неприемлем. Рекомендации. Альтернативы? Ты кто такой? Нет. Я не буду с тобой разговаривать. Отни! Позовите Клэр. Нет. Мне нужна Клэр. Продолжай. Какого хрена экранизировать? Где твой план Б? Окей. Здесь туннель. Думаю, он выведет нас на Бродстрим. Точно что? Чешуительно. Типичный прогон от центра. Не могу открыть этот туннель. Да? Ну так я, блин, могу. Давай! Подтолкни-ка! Псих! Этот поезд полон мягко взрывающихся материалов! Да! О, да! Это твой план? Да! Ну давайте, засранцы! Thank you.
Не знаю, как тебе, а по мне это грёбаный беспредел. Дерьмо. Дорогуша, твой солдат номер один на связи. Открой коридор на укрытие. Расчетное время 10 минут. Ромео-1, это командир Ромео. Поддерживайте радиопротокол. Теперь верните эту железяку домой. Прием. Идем. Ну и пора. Слушай, она ничего, если ее получше узнать. Просто не упоминая о видениях, ладно? Псих, почему она зовет меня железякой? Внимание! Пока Сел контролирует энергию, Сел контролирует нас. Порабощает нас. Сердце Сел находится в энергетическом нексусе Цукермана около станции Брод-стрит. Они называют его «Система X». Этот осколок технологии ЦЭФов заключен в едином комплексе по сбору энергии в нескольких сотнях метров под землей. Это самый охраняемый объект военно-промышленного комплекса. Если у Сел есть ахиллесова пята, она здесь. Мы понесли тяжелые потери за последние несколько месяцев. И мне пришлось взять оперативное командование на себя. Нас прижали к стене. Сел дышит нам в спину. Сейчас или никогда.